Анда урматтуу депутаттар. Өзүңүздөр жакшы билгендей, мынакей жергиликтүү шайлоо өттү. Жергиликтүү шайлоо өткөндө мынакей биздин президентибиз Алмазбек Шаршенович айткан, баягы биз болсо биометриканы киргизгенде 2015 шайлоо парламентке өткөндө бул биздин эң чоң жетишкендигим болду деп. Өзгөчө мен президент катары бул менин жетишкендигим болду деп айткан ал киши. Ошол себептен мен айтып коет элем, бул болсо шайлоо процессинде чоң бир топ өзгөрүүлөрдү алып келди да. Чоң бир топ өзгөрүүлөрдү алып келди. Ошонун негизинде биз болсо жанагы болуп аткан кемчиликтерди ар бир жерде эл үй айтып аткан тизмеге кирбей калдык. Бир үй бүлөдө Бишкек шаарында 40-50 адамды регистрация кылып коюптур жашап агандарды. Мен ойлойм, биз алардын үнүн угушубуз керек. Жана ушул шайлоо процессинде болгон кемчиликтерди биз бир гана сөз түрүндө айтпай, мыйзам түрүндө мыйзамдуу өзгөрүүлөрдү киргизип, жөндөп жана ошол шайлоо процессин сыймыктана тургандай болуп туруп, ушул чоң деңгээлге көтөрүшүбүз керек да. Бирден бир маселе бул болсо тизме маселесинде жөндөлүп атат. Маселе келиңдер. Тизме маселесинде болуп атат. Экинчи маселе бул саноо маселесинде болуп атат. Ошонун негизинде биздин фракциядан атайын ушул Кыргыз Республикасынын президент жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүгө биз болсо дайындадык да. Талант Турдумаметовичке со докладчик болуп турайын. Биз бирге иштегенбиз да, ошон үчүн айтабыз. Значит, как мы знаем, на сегодняшний день закон о выборах президента и депутата Жогорку Кеңеши Кыргызской Республики вносится новый проект закона. И данный проект закона находится во втором чтении, значит, Жогорку Кеңеши. Нами предлагаются поправки данный конституционный закон. И вносятся следующие нормы, проекты норм для внесения в данный закон. Целью законопроекта является качественное составление списков избирателей и определение ответственным одного госоргана по формированию списка. Второе, увеличение сроков для качественной подготовки и избирательному процессу. Третье. Осуществление избирательного права гражданина через суд восстановиться в случае необнаружения себя в окончательном списке. Четвертое. Установление конкретных норм по срокам и процессу голосования направлено на открытость и гласность деятельности избирательной комиссии. И пятое. Противодействие административному ресурсу. Нами предлагается создание ГРС отдельной единой системы учета избирателей. То есть у нас сегодня база данных есть, но мы хотим, чтобы в ГРС учет избирателей был отдельным. Также единая система, мы предлагаем назвать его единая система учета избирателей. Я чуть-чуть добавлю, чтобы более разъяснение было. Речь идет о том, что бүгүнкү күндө ГРС неме кылып атпайбы, полностью тизмени түзүп атпайбы. Тизмени түзүп туруп, шайлоо процессинде жанагы регистрация өтүп атканда ГРС жооп берет тизмеге. А ЦИК жана бюллетенге жооп берет. То есть биринчи кирип келатканда ГРС эмне өтүш керек экен, анан кийин ЦИКка келгенден кийин жанагы немени алгандан кийин немеге келет да, тиги чекти алып келгенден кийин ЦИКка өтөт да. Аны бул жерде бир принцип бузулган. ЦИКты мынакей өзүңүздөр билгендей оппозициянын өкүлдөрү бар, коалициянын да өкүлдөрү бар, президенттин жана өкүлдөрү бар. Мындайча айтканда тең дегенде ошол эле учурда биз болсо тизмени алып туруп ГРСке берип койдук. А ГРС бул өкмөттүн алдында бир партияга жетекчиси багынат да. А тизме бүгүнкү күндө, мына электрон тизме, бир росчерком, допустим, нажатием кнопки можно, грубо говоря, 30 человек с одного избирательного участка убрать. По всей стране речь идет о 60 тысяч избирателей. 60 тысяч избирателей. А если 50 убрать, это 100 тысяч избирателей.
Сегодня компьютер дает право определить сторонников, кто чьи партии. Я считаю, это основная проблема. И в связи с этим вносятся изменения, что ГРС также ведет, это все доводит, но мы вносим изменения. За 75 дней ГРС полностью передает эти списки ЦИКу. Это называется единая система учета избирателей. И также командирует своих вот этих вот операторов. Они подчиняются председателю Центральной избирательной комиссии, членам ЦИК. После уже избиратели наши, они уже ЦИКу там, допустим, вносят изменения. То есть один орган, когда шайлоу, бир орган жоопериш керек, да? Экономика, өкмөт жоопериш, шайлоу бир орган. Ошондо биз. А то бүгүнкү күндө ты сарпашты чакырса калай тотпайбы? Ал бул буяк тиги жооперет, ЦИКти чакырса калай тот, бул ГРС жооперет депчи. Бул маселе бар да. Ошон үчүн бул өзгөрүүлөрдү киргизип атабыз биз. Аны болсо биз единая система учета избирателей деп атабыз. Данным центральный сервер ЦИК, значит, должны содержаться базы данных, включающие процессы сбора, обработки, хранения, передачи, поиска и распространения информации, затрагивающие избирательный процесс. ЦИК обеспечивает защиту, хранение и безопасность информации, находящейся в сервере. Бесперебойность и четкость работы серверной системы ЦИК во время проведения выборов тоже обеспечивает и обеспечивает охрану сервера. ЦИК устанавливает ограничения доступа к серверную за исключением членов ЦИК, которым имеется свободный доступ. В случае неразмещения или несвоевременного размещения информации на сайте ЦИК за ненадлежащее исполнение вышеуказанных норм, ответственный член ЦИК, избранный на заседании, несет предусмотренную законодательную соответствующую ответственность. Бул эмнени көрсөтөт? Бүгүнкү күндө бул шайлоо мыйзамында сервер деген понятие жок да? Биз сервер деген понятие киргизип атабыз. Сервер дегенде баардыгы сайтка чыгып атпайбы азыр? А серверге бирөө жооп бериш керек. Мынакей шаарда, Бишкек шаарында шайлоо болду. Саат 10:30 биздин партия алдыда кетип атканда сервер бузулуп калды. Максат Эсентаев серверинеге башка ЦИКтин мүчөлөрү председательден башка сыктын мүчөлөрү серверине кире албайт экен. Бир гана председатель кире алат экен. Максат Эсентаевич ошондо барды, депутат катары. Кирсе серверине да кореец отурат. Кореянын жараны отурат. Аны болсо тиги сыктын төрагасы айтып атат, биз алар менен келишим түзгөнбүз деп. А эмнеге аны жаап мындай деп айтып атат? Амнеге ачык айтпайт? Биз болсо Кореядан сатып алдык. Бул серверниде мына Кореянын жараны неме дейт? Анын жанында биздин жараныбыз отурат деп. Себеп дегенде сайтка чыкты, бул партия утту дегенден кийин кийинчерээк аспаритет көрүлөчү, кантип аспаритет этесиң? Себеп дегенде ошо серверный деген бүгүнкү күндө электронный база данных мындай алдыңкы немеге чыгып атат да. Биз ошон үчүн айтып атабыз. Серверный деген түшүнүктү киргизип атабыз. Экинчи атайын борбордук шайлоо комиссияга мүчө болуп баргандан кийин баардык ошол мүчөлөрү серверге киргенге укук бериш керек. Алар кирип алып тең менен компьютерди башпайт, бирок көрүп туруш керек да. Ошондо теңдик болот да. Мунусу эмнеси туура эмес? Значит, в связи с тем, что подготовка и создание вот этих выборных процессов, сбор информации, передача ЦИК занимает определенное время. В связи с тем мы предлагаем также внести изменения. Значит, выборы в Жоркитнеш Кыргызской Республики назначаются не ранее, чем за 100 дней, но не позднее, чем 90 дней. Избирательные участки создаются за 75 дней. МИД передает списки граждан за пределами в ГРС за 80 дней. На практике мы знаем, что в принципе зачастую за рубежом наши соотечественники, которые там пребывают, у них нарушаются их права. Причиной этому является то, что они не прошли соответствующую процедуру, то есть не прошли биометрические данные. Зачастую неподготовленность, отсутствие организованности
соответствующей организации со стороны ЦИК, ну, разные причины есть. Поэтому мы указываем, что ГРС передает ЕСУИ в ЦИК за 75 дней, чтобы они могли полноценно подготовиться и проинформировать, чтобы у них была возможность работать с нашими соотечественниками также и за рубежом. Также ЦИК за 60 дней информирует избирателей о необходимости ознакомиться со списками избирателей через средства массовой информации и иными доступными способами. Государственные телерадиокомпании обязаны предоставить бесплатный эфир. УИК вывешивает списки не позднее, чем 60 календарных дней. Также избиратель подает заявление об отсутствии в списках или ошибках не позднее, чем за 30 календарных дней. В этом случае УИК обязана зарегистрировать заявление избирателя и незамедлительно передать ее в ТИК. ТИК прекращает прием заявлений граждан за 30 дней. А, как мы знаем, в настоящем действующем законе за 15 дней. Да? ЦИК формирует окончательный список за 25 дней и не позднее 17 дней распечатывает и передает в УИК, а также размещает их на официальном сайте. УИК вывешивает окончательные списки за 15 дней. Это уже окончательный вариант. В случае отсутствия списка избирателя, избиратель вправе в судебном порядке включить себя в список избирателей за 10 дней до дня голосования. При этом суды обязаны внести решение не позднее 5 дней до дня голосования. И вот я здесь хочу чуть-чуть түшүндүрүп коёюн, да? Мына бүгүнкү күндө окончательный список 3 күн деп атат. Мына 3 күндө список бүттү деп туруп, мына ГРС берет. Шайлоого 3 күн калганда, шайлоочулар эмне кыла алат 3 күн калганда? Айткач, тизмеде тапканда, таппай калганда. Бул махинацияга жол ачып атпайбы? Эми 3 күн мына дүрсү күнү шайлоо болот деген адам эмне кыла алат тизмеге өзүн таппай калган адам? Эч нерсе кыла албайт. Тура да бул эми. Биз айтып атабыз, келгиле шайлоо процесс Кыргызстанда тынч өтсүн. А тынч өтүш үчүн убактысын созуп, жашынакай айтып берип, анан кийин болсо мындай жанагы 30 күндө токтотуп, анан кийин болсо окончательный 25 күндө тизмесин түзүп, 17 күндө УИКке жиберип, тизмелерди илип коюп, анан 5 күн таза сык киргизбесе, анда сот аркылуу дагы еще новый кризис отырат. Сот аркылуу берсе 10 күндө окончательный список илинет. 10 күндө. 15 күндө кирбеген тизмеге мен ойлойм бийликтеги кулак укпагандар уло баштайт да элдер кыйкыра баштайт 15 күндө. Биз тизмеде жокпуз. Шайлоого чейин 15 күн калды деп анан аракет кылып 5 күндө дагы бир тизмени ыраттайт да. Шайлоо процесси эл болсо бир көңтөрүштү күтүп отурбай жакшы жаңылууну күтүп отуруш керек да. Ага жол бере турган биз мынуну мындай узартып жашынакай мыйзамдап беришибиз керек. 3 күн деген бул болсо чаң таполоң деген сөз да. Билесиңер да шайлоо кандай өтөт. Айтып атабыз, УИК анан кийин УИК 15 күндө окончательный илип коюш керек, сыртта туруш керек тизменин баары. Сыртта туруш керек деп. Мен да маалымат уктум да, маалымат уктум. Тиги бир жыйында мен атын айтпай эле коеюн ошо. Тиги ошо ГРС иштеген адам элиңер баарыңар түшүнөсүңөр болсо керек айтыптыр биз тизмени илип койсок партиялар жанагы добушту сатып алууну башталат дептур. Мен айтып коет элем тизме менен добуш сатып алуу бул эки башка нерсе. ГРС биринчи тизмеге жооп берсинчи, а добуш сатып алуу мына жерде органдар отурат, алар көзөмөлдөш керек. Это эки башка нерсе, путать этпеш керек буну. А 3 күндөгү тизме дегенде анда тизме кимдин колуна тиет? Только бийликтин партиясынын колуна тиет да. ГРСнин начальниги кайсы партия болсо ошол тизмени алат. А биз баарына тең шарт түзүп беришибиз керек. А эмнеге биз тизмени бекитишибиз керек? 3 күндө мына ушул болду, эми кааласаңар добуш бер да, каалабасаңар добуш бербей деп туруп. Мына менин үй бүлөм. Менин
жанагы Жулайым менен экөөбүз эки жака жазылып калыптыр. 5 километр арасы. Эми жөнөкөй адам барбайт да 5 километр жерде. Андайды айтсак, ГРЭСТИН начальниги Тайыр Сапашев айтат, сами дураки депчи. Эми ушуда жоопку. Ушуда жоопку. Билимдүү жетекчи кемчиликтерди угуп, кемчиликтерди өзгөртөт. Жана орус айткандай сам дурак деп жооп бербейт. Ал билимсиздер гана айтат. Аягынан кийин башкача бүтөт. Значит, время для голосования вне помещения с 8 до 20 часов. Результаты автоматически считывающих урн направляются после 20 часов, но не позднее 21 часа. Итоговый протокол УИК направляется в ТИК не позднее 20 часов следующего дня. Значит, ТИК вносит протокол не позднее 5 календарных дней. Итоги АСУ размещаются на сайте не позднее 22 часов. Протокол УИК размещается на сайте не позднее 3 дней. Протокола ТИК размещаются на сайте не позднее 5 дней. Не подлежат ограничению фотосъемка избирателям или наблюдением вывешенного окончательного списка избирателей. Мы ему очень друберем, Сергей. На время для голосования вне помещения. Бүгүнкүндө ар бир уюктун жетекчиси өз билгендей саат 7 алат да, 1-2 адамды эч алып, дагы эме кеттик дейт да. Биз ошону чектеп атабыз. Саат эртең мененки 8:00, кечки 8:00 чейин болсун деп. Бардык партиянын жанагы көзөмөлдөгөн байкоочулары катышсын деп атабыз. Убактысын. Экинчиси, АСУ жана автоматический система учета бюллетенди салып атканчы, биз мына ал болсо жанагы распечатка кайсыл убакта болгонун көрсөтөт экен да. Мына мисалы Бишкекте. Мен чет айылдарды алып, Бишкекте. АСУ-лар бар, 11:30 басылган, кечки 11:30 кнопкасы басылган. Ошол эле учурда АСУ-лар бар, 8:00 бүттүбү, 8:15 басылган. 8:15 басылган жерде биздин партия лидирует, а 11:30 биздин партиянын өкүлдөрү 2-3 орунда. Мен айтам эмне себептен? Себеби бир эле, айтат могу тиги буну жана участоктарда Центральный избирательный комиссиялар бар. Өздөрүнүн алар айтат, силер баспай тургула, жыйынтык чыгып аткандан кийин ошодон кийин басасыңар деп тур. Себеп дегенин асыга бюллетенди спускать этсең болот. Мен жөн сүйлөп аткан жокмун. Мага жанагы немени алып келип бермечи? Прокуратуранын жообу. По Карасу, Московскому району. Алып келип бере элемеси, окуп берем азыр. Бабанов, в отличие от других, говорит только по факту. Потому что я знаю, что такое юридическая ответственность. К сожалению, другие просто теоретически этот относятся. Ошон негизинде биз айтып атабыз. АСУ-нун баардык жерде 8:00 9:00 чейин кнопканы бассын деп атабыз. Жыйынтык бүттү, посчитали остатки бюллетеней, АСУ-нун кнопканы басыш кыйын эмес да, бассын да, бир сааттын ичинде басса болот да кнопканы. Ошондо предварительный итогду билип алабыз. Анан кийин УИКтерин айтып атабыз жана протоколдору 5 күн күтүп отурбай, эртеси күнү саат кечки 8:00 чейин алып келип берсин деп атабыз. Мындайча жоопторду күчөтүп атабыз да. АСУ-нун жана автоматический АСУ-нун мына Бишкекте бузулуп калбады мына 20 күнгө чейин чыкпай калды сайтта. Биз айтып атабыз АСУ-нуку сайтта не позднее 10:00 чейин чыгыш керек деп атабыз. Себеп дегенде азыр интернет да. Кечки саат 9:00 чейин бассаң ал чыгыш керек результатта. Мисалы Жогорку Кеңеш 2015 жылы. Биз болсо кечки саат 10:11 деле билгенбиз кайсы партия канча алып атканын. Туурабы? А Бишкек шаарын 20 күндөн кийин сургойлу. Ошондой немелерди биз мындай убактарын чектеп жазып атабыз да. Также, как мы знаем, зачастую в процессе голосования тоже возникает много проблем. Это иногда, как последние выборы показали, не срабатывает или идет технический сбой АСУ, автоматически считывающих урн. В связи с тем выстраивается очередя, поэтому в процесс голосования тоже мы предлагаем, что помещение для голосования
оборудуются мониторами, принтерами, компьютерами, оборудованием для идентификации достаточным количеством ящиков для голосования, а также запасными оборудованиями по идентификации и ящиками для голосования. Идентификация избирателей должна проводиться на расстоянии и в условиях, обеспечивающих представителями кандидатов, политических партий и наблюдателя обозрения процедуры идентификации избирателя и монитора. Допуск помещения для голосования должен производиться таким образом, чтобы не было скопления избирателей, препятствующие наблюдению представителям кандидатов политических партий. Теперь по процессу голосования. Ящик для голосования должны располагаться на расстоянии не более 1 метра от ближайшей специально оборудованной кабины для голосования, с условием, что лица, находящиеся в помещении для голосования, не могли распознать отметку бюллетеня. Запрещается нахождение возле ящика для голосования иных лиц, кроме избирателя, опускающего бюллетень. Лицам, находящимся в помещении для голосования, запрещается закрывать обзор или иным способом препятствовать наблюдению за ящиком для голосования. В случае выдачи избирателю бюллетеня без чека, соответствующий член УИК несет соответствующую ответственность. При этом бюллетень должен быть напечатан на бумаге, полностью плотностью которой не позволяет видеть отметку избирателя с обратной стороны бюллетеня. Эмбосок, ичине ушуну түшүндүрүп берип коеюн. Мынакей мисалы. Допуск помещений, чтобы не было скопления дейт. Биз көрүп атабыз, шайлоо убактысында жана солдаттар келип атпайбы? Солдаттар келип атат. Өкмөттө иштеген тиги муниципалдын органдарга келип атат. Скопление болуп атат да. Ошондо скопление болгондо наблюдательдер, байкоочулар көрбөй калып атат. Эми член УИК андай скопление болбой түшүш керек. Экинчиси, жана подкуп маселеси боюнча. Подкуп маселеси боюнча жана тыйын тыпыр алгандарды биз бул жолу байкадык да Бишкекке. Алар жанагы добуш бере турган жер менен жана асуунун ортосу чоң экен да. Ортосунда байкоочулар отурат. Алар бюллетенге отметка коюп баратып байкоочуларга көрсөткөн экен да. Ошонун негизинде подкупту контролдон жок кылыш үчүн биз айтып атабыз жана добуш берген жерге 1 метрден алыс эмес жерге асууну койгула деп атабыз. Ошондо контроль болбой калат жана акча алгандарды. Экинчиси бул реалдуу кадам. Бул жөн эле сөз эмес. Экинчиси биз айтып атабыз. Баарыбыз көрүп отурдук жана прозрачный бюллетендерди. Айтып атабыз э бюллетен көрүнбөш керек. Экинчиси жана асуунун жанында УИКтин мүчөсү туруп алып атат. Ал болсо кимди байкап атат ал? Ал ошол эле туруп алып кирген адамдар кимге добуш бердим деп туруп атат да. Алда эмне бар ага? Ошондо турбасын деп атабыз. Значит, в случае застоя автоматически, в случае сбоя автоматически считывающей урны, а также запасной автоматически считывающей урны, предлагается, что составляемый акт подписывается не только всеми присутствующими членами УИК и оператором, но и представителями кандидатов политических партий и наблюдателями. По окончании голосования вне помещения отверстия переносных ящиков для голосования опечатываются листом бумаги формата А4, подписанными председателем, секретарем и другими членами УИК, присутствующими кандидатами, представителями кандидатов партии, выдвинувших кандидатов, а также партии, выдвинувших список кандидатов, наблюдателями и заверяется печатью УИК. Переносные ящики хранятся в сейфе, который опечатывается, пломбируется дополнительно. Каждому лицу, присутствовавшему при составлении акта, незамедлительно после подписания акта выдается его копия, заверенная печатью. Об окончании голосования вне помещения составляется акт, подписываемый всеми присутствующими членами УИК, представителями
кандидатов партии и наблюдателями, содержащие информацию о количестве заявлений о голосовании вне помещения, голосовавших избирателей, выданных бюллетеней, чеков, неиспользованных бюллетеней, возвращенных, испорченных бюллетеней. Значит, порядок установления итогов голосования. То есть, вот по вот этому предыдущему нет вопросов, да? Нет, нормально. Значит, переходим в следующее. Порядок установления итогов голосования. Предлагается, что члены вы, проводившие голосование вне помещения, демонстрируют не только сохранность пломб и печати, но и подписи членов ВИК, лиц, присутствующих при опечатывании переносных ящиков. При вскрытии каждого переносного ящика объявляется число избирателей и число выданных чеков. При условии, что в переносном ящике для голосования число бюллетеней больше, чем число заявлений избирателей, содержащих отметку о количестве полученных избирательных бюллетеней и выданных чеков, все бюллетени, находящиеся в данном ящике, решением ВУК признаются недействительными. Я хотел бы сейчас перейти на еще другой слайд, потому что остальное идет такого технического характера, это противодействие админресурсу. Сегодня мы все говорим, очень сильно муссируется о подкупе, да, вопрос подкупа. Однозначно мы вопрос подкупа, уголовную ответственность усилили, ответственность людей, подкупающих, усилили, до 5 лет осуждения им сделали. Но в то же время, я считаю, что использование административного ресурса, она равнозначна подкупу. Это одинаковое преступление совместно с подкупом. Потому что я считаю, люди, трудящиеся на государственной службе, они тоже должны иметь свое право голосовать за ту партию, которую они считают нужным. Да, они работают, но может они хотят перемены. Почему они должны голосовать за партию власти? Директора школ, учителя, врачи, главврачи, милиционеры, военнослужащие. И в связи с этим мы вносим статью «Противодействие админресурсу». Что это означает? То есть статья 47 дополняется нормами. Кроме уголовной, административной ответственности будет в том числе освобождение от занимаемой должности. Это лица, замещающие политические, высшие административные, специально государственные, политические, муниципальные должности, а также должности руководителей государственных, муниципальных предприятий, учреждений, юридических лиц, это госкомпаний, у которых пакет выше 30%, бюджетных организаций и учреждений, в том числе правоохранительных органов и органов прокуратуры. Речь о чем идет? Речь идет о том, что, допустим, руководитель, директор школы собирает учителей и говорит, будете голосовать за ту-то партию. Один из учителей пишет заявление о том, что его директор заставляет нас агитировать. Возбуждается уголовное дело, и это является основанием освобождения от должности. И тогда ни мэры не медпейт, премьер да голдом бойт. Ошондо биздин мамлекетибизде тең шарт болот да, оппозицияга да, бийлик партияга да. Ошондо мыйзамдуу жол менен партиялар орун алмашат. Мыйзамдуу жол менен. А то бүгүнкү күндө бийликке келген партия адым ресурсту колдонуп эле айтып атпайбы, бунун шансы күчтүү депчи. Себеп дегенде адым ресурс бар. Бекер кабинет, бекер машина, бекер мүмкүнчүлүктөр, кызмат орундар бар. Биз айтып атабыз, тең эле баарына тең шарт түзөлдү деп. Экинчиден мен жана айтып кеткендей эле, ошол кызматта иштеп аткан кишилер да өзүнүн ой пикирин өзүнчө билдирет да. Эми бул болсо кызмат ошол жетекчилерге, бул эл аркылуу берилди да, бул ата бабасынан калган кызмат эмес да.
Алар да екінші ұшындай болғандан кейін билікке келген партияларда. Біз адмиссусты қолдан албайыз. Ошондо елдин үнін угатта булачы. Они будут слышать голос народа, потому что надо будет с народом работать, а не через милицию и прокуратуру работать, возбуждать уголовные дела. Один пример приведите, когда возбуждено против действующих руководителей партии власти. Один пример. Но я вам приведу десятки примеров, когда возбуждено уголовное дело партии оппозиции. Но это же нечестно. Это же нечестно. По крайней мере, несправедливо это. Мы можем много об этом говорить, но мы должны это законодательно закрепить даже. Мы обязаны это сделать. Ушундай норма киргизип атабыз. И ошонун негизинде неме этот жоопкерчилик кирет. Выборы президента. Значит, в части выборов президента Кыргызской Республики. Статью 52 предлагается, чтобы подписанные листы по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты содержали следующую информацию об избирателе. Фамилия, имя, отчество, дата рождения, персональный идентификационный номер гражданина и адрес места жительства. В целях уравнения избирательного залога при выборах депутатов Чорт-Неша. В статье 54 предлагается, что кандидат на должность президента должен внести на спецсчет ЦИК избирательный залог 50-тысячекратном расчетном показателе. То есть, как получается, что как Джоуру-Кенеши. Внесенный избирательный залог возвращается к кандидату после проведения выборов, если за его кандидатуру проголосовало не менее 7% избирателей, принявших участие в голосовании. Предлагается увеличить предельную сумму расходов кандидата за счет средств избирательного фонда, которая не может превышать расчетных показателей более чем 500 миллионов. Мен да бунун түшүндүрүп берип коеюн. Бул болсо мына жогорку кеңеште шайлоодо партия ошого түзүп атабыз да. Себеп дегенде мынакей бүгүнкү күндө президенттикке талапкер 100 000 сом экен. Ошол эле учурда 100 000 сом төлөп коюп, КТРден бесплатно эфир алат. Өзүн пиарит этет. Чыныгы күрөшүп аткан талапкерлерди жөн эле жамандай берет. Ошон үчүн элдин баары күлүп атпайбы? Бизде канча кандидат десе 49 кандидат президентке чыгат деп. Эми дүйнө жүзүндө да шылдың болуп атабыз да. Бардыгыбыз билебиз президенттик шайлоо бул чоң мындай каражат кетерин. Мен бардык президентке талапкер болом дегендер менен сүйлөшүп атам. Алар айтып атат 300 000 000 000 500 000 000 чейин кетиребиз деп. Биз айтып атабыз, кел эле мыйзамдатып коюп, мыйзамдаштырып берейик жогорку кеңешке кеткенде деп. Биз норманы жогорку кеңештикинде кылып атабыз да. Бардыгы ачык айкын болсун деп. Экинчиси жанагы выборы депутата жогорку кеңеши. Биз эми бул жерде убактысын аныктап коюп атабыз, себеп дегенде убактысы мындайча жазылган экен да, белгисиз. Последний воскресенье, предпоследнее воскресенье деп биз айтып атабыз. Очередные выборы жогорку кеңеши назначаются президентом не ранее, чем за 100 дней, не позднее 90 календарных дней до дня голосования. Днем голосования является первое воскресенье месяца, в котором истекает конституционный срок, на котором был избран ЖК Десятого Созова. Конституционный срок исчисляется со дня его избрания. Днем избрания является день голосования. То есть не день принятия присяги, не день вручения мандатов. Там не, так записано, никто не может определить. Без этого все на голосование бүттү, без барыс билебиз, качан голосование болгон. Мисалы мына жергиликтүү шайлоо болду, айтабыз, что бүттү исчисление с этого срока. Анан кийин будан тышкары дагы норма киргизип атабыз. Бул норманы да колдоп атат. Биякта биздин айымдар да колдойт болуш керек. Биз айтып атабыз эми 70% бир неме эркектер эле болбош керек депчи. 70% эми эркектер болот, 30% айымдар болсун деп. Же болбосо 70% айымдар болсо 30% эркектер болсун деп атабыз да. 100% неме болбосун депчи.
ошондой норма киргизип атабыз. Ошондой норма киргизип атабыз. Будан тышкары дагы бир норма киргизип атат. Бул болсо жанагы жаштарды саясатка көйтүш үчүн ал 35ке чигелектерди жаштар деп эсептелет экен юридикалык жагынан. Ошолордун 5 кандидаты 65 кандидаттын ичине кириш керек деп. Ошону киргизилип атат да. Анан будан башка улуттагы немелер, адамдар, аларда 5 кандидат 65 кандидаттын ичине кириш керек деп атабыз да. Ошондой өзгөртүү киргизип атабыз. Урматтуу депутаттар, анда ушу менен жанагы өзгөрүүлөрдү мындай негизги өзгөрүүлөрдү айттык. Будан тышкары эми тиерде жанагы радиого реклама мындай өзгөрүүлөр болуп атат да, негизги орчундо өзгөрүүлөрдү. Сурооңуздар болсо, Талан Турмаматович менен мага берсеңер болот. Сунуштарыңар болсо да болот.